Дорогие друзья, всех приветствую во имя Господа нашего Иисуса Христа. Хочу поделиться такой темой сегодня, друзья. Дух хама или хамовитые христиане. Хамовитые христиане. Немножечко предыстории. Священное Писание. 2 Петра, 2 глава. Читаем. 5 стих. «И если не пощадил первого мира Бог, но в 8 душах, в 8 душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых. В число этих 8 душ входил Хам. То есть он был квалифицирован быть спасенным. Одна из этих 8 душ – это душа Хама. Я посмотрел общепринятое значение имени Хама, Хам. Это горячий. Горячий. Когда человек горячий. Когда он возбужденный. Когда что-то внутри него, да, бурлит и кипит. И мы можем сказать, что горячий хам из-за этого бурлящего хамства, которое внутри него. Мы знаем, что Сиф Хам и Иафет были сыновьями Ноя. И посмотрим дальше. Относительно хама определенные вещи. Перед тем, как мы немножечко интересно так рассмотрим эту тему. Уже ее начали рассматривать. Псалом 104:23. 104:23. Здесь сказано, зачитываем, «Тогда пришел Израиль в Египет, и переселился Иаков в землю Хамову». То есть Египет и Хам связаны. Египет – это земля рабства, это дом рабства. Хам – имеет тоже проблему, которую мы посмотрим позже, с рабством. Псалом 105, 22 стих. С 21. «Забыли Бога, Спасителя своего, совершившего великое в Египте, дивное в земле Хамовой, страшное у Черного моря». Очевидно, Хам жил в Египте, переселился туда. И целая земля египетская идентифицирована и названа землей Хамовой. И интересно, что в начале, когда Иаков переселяется со своей семьей в Египет, когда вторым после фараона Иосиф там, да, им поначалу было хорошо в Египте. Но потом написано, восстал, да, другой фараон, который не знал Бога. И начали притеснять народ израильский. Давайте посмотрим, хотя вы все чудесно драгоценные ее знаете.
историю, непосредственно связанную с Хамом. Бытие 9 глава, 22 стих. Но посмотрим с 19. «Сии трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля, Сим, Хам и Афет. Хам же был отец Ханаана. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник, виноградарь. И выпил он вина и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. Опьяненный и голый лежал в шатре. И увидел Хам, отец Ханаана, увидел наготу отца своего. Увидел, распознал, различил, рассмотрел. Каковы были его действия? И, выйдя, рассказал двум братьям своим. То есть, он не скрыл наготу, не прикрыл наготу, не взял какие-то одежды и накрыл отца. Он рассказал другим о наготе отца, своим братьям. И я уверен, он это не просто рассказал, знаете, ой, отец наш обнаженный, пьяный, надо что-то делать, давайте накроем его, какой одеждой накрыть его. Нет. Он с насмешкой, с унижением, неуважением и уничижением рассказал об этом. То есть с неправильным духом он посмеялся над своим отцом. Он позорил его тем, что так, как он говорил. Потому что в еврейском слове «сказал» можно усмотреть, там очень много разных значений этого слова. Можно усмотреть вот такое отношение и такое состояние сказанного. То есть, он не почтил своего отца как сын. Он проявил неуважение к своему отцу. И он раскрыл в присутствии других наготу отца. Он не удержал это в себе. И что там было экстра, сам Господь знает, потому что разные теологи трактуют также это место по-разному. Но Сим и Иофет прикрыли почетом и уважением наготу от своего отца. Они не видели этой наготы, и они спиною подошли задом к отцу и накрыли, покрыли его одеждами. Поступили правильно. Как результат, и лица их, сказано, были обращены назад, и они не видели наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его. Очевидно, меньший сын что-то еще сделал над ним. Не только увидел наготу, но и что-то сделал над ним. Но это здесь не важно. И сказал: проклят Ханаан, он проклял сына Хама.
раб рабов будет он у братьев своих. И потом сказал: благословен Господь Бог Симов, Ханан же будет рабом ему, да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых. Ханан же будет рабом ему. Друзья мои, есть грех хама. Откуда и берет, имеется в виду, название хамство. И этот грех привлекает дух хама. И этот грех также привлекает проклятие хама. И проклятие хама быть рабом. Это проклятие рабства. Но благословения, которые были на сыновьях других, Сима и Иофета, это благословение распространения пределов. Три сына. Один отреагировал одним образом, два отреагировали другим. Один получил проклятие на своего сына и на последующий род, соответственно. Другие получили благословение, исходя из того, как они отреагировали на наготу своего отца. Мы посмотрели это, драгоценное, в Священном Писании. Давайте немножко раскроем эту тему. Возлюбленные, встречались ли вы с хамовитыми христианами? Конечно. Далеко не все. Большинство не таких. Но можно прочитывать некоторые комментарии, которые христиане посылают на YouTube. На YouTube, да, канале, вот у нас там, небожителям. И прослеживается хамство. То есть люди, не комментируя, конкретно хамят. Поступают по-хамски. И хамство распространено в христианской среде, скажу честно, не меньше, чем в миру. Несколько дней назад у меня был сон. Во сне я увидел дух в образе определенного служителя. Но он был неимоверно толстый, жирный, обнаженный дух. Голый. И он был такой толстый, как борец сумо. И он был радостный такой и веселый. И он был грязный и вонючий также. И он хотел, чтобы его отмыли, чтобы его мыли, чтобы на него смотрели и вот им занимались, как говорится. И этот сон смутил меня. И на следующий день я позвонил своему соработнику в Господе, брату Олегу, и рассказал ему этот сон. И Олег сразу сказал: ты знаешь что, я верю, Бог показал мне, это дух хама, хамства. И я верю, что есть такой дух. И я верю, многие христиане подвержены этому духу, страдают из-за этого духа и навлекают на себя проклятие хама. И им реально нужна свобода. Но так как этот дух был в виде одного служителя, я принял решение изучить свое сердце по отношению к этому служителю.
И были определенные действия и молитвы, свидетелем которых стал брат Олег. И после того, как я совершил определенное покаяние и высвобождение в духе, брат Олег увидел видение, что Бог благословил этого человека, за которого я молился, и благословил меня, исходя из того, что я почтил этого человека в духе. То есть, как бы я сразу получил как ответку благословение. Буквально в этот же день, в обед, очередной раз я регулярно просматриваю видео Юрия Кузьмина. Те учения, служения, проповеди, пророческие слова, которые он высвобождает. И я регулярно смотрю разные из них. Но именно вот в этот день я увидел такое название «Пророческое предупреждение. Быстрое падение». И вы можете сами прослушать, я не буду озвучивать, что там связано, но когда Юрий говорил, это связано с хамством. Это связано с хамом, который не покрыл наготы отца. И я сказал: «Господь, слава тебе! Какое прекрасное подтверждение, что то, что мы увидели, то, что было истолковано, получило вот такое вот подтверждение в тот же непосредственно самый день». Итак, давайте рассмотрим, что такое нагота, и посмотрим духовно. Это подноготное. То, что под наготой находится. То есть это то, что находится под покровом. Подногот, да? Под покровом что-то находится. Что-то личное. Что-то, что не должны видеть другие. О чем не должны комментировать другие и высказываться другие. Что не должно как бы быть известным в определенной степени. Но покров снят, одежды сняты, приходит обнажение. И все выходит на показ. Все выходит на показ. Все становится ясным и очевидным. Это становится общим достоянием, и об этом начинают все вокруг говорить. И это непосредственно начинает влиять на репутацию того, на кого говорят, на его служение, на его круг взаимоотношений. И зачастую это способствует распространению негативных толков, кривотолков, умыслов, замыслов, домыслов. Это такая хорошая среда для сплетней, злословий, оскорблений, каких-то словесных надругательств, унижений, оскорблений, где другие люди, видя эту наготу, получают возможность проявиться, проявить себя, проявить свое нутро. Видите, как через наготу отца нутро сына хама было проявлено. Это хамство, это хамовитость, которую он имел.
Оно вышло наружу, и то неуважение, которое он имел к отцу, оно непосредственно проявилось также изнутри наружу. И тогда другой человек начинает гнобиться, его репутация начинает долбиться. И в этой атмосфере растет такой дух хама, хамского отношения к этому человеку, где отсутствует почитание. Почитание. И приходит непочитание. Где было уважение, и теперь это уважение отсутствует. Ной, праведник. Бог назвал его праведным. Бог сказал о нем, что он обрел благодать в очах Божьих. И Хам, как и другие сыновья, был обязан ему жизнью. Из-за того, что он был непорочен в своем поколении, Хам остался жив и не пострадал от потопа. И Ной допустил ошибку, погрешность. И как результат его нагота обнажилась. Он не сделал это специально. Так произошло. Но хам проявился. И как сильно этот дух проявляется в церквях. Когда мы не уважаем других и не даем им честь, кому честь, тому честь, мы высвобождаем нечестие и, соответственно, причисляем себя к нечестивым. Кто такие нечестивые, которые не знают кодекс чести, которые не знают почитания, которые не уважают других? То есть это хамы, хамовитые люди. Как проявляется этот дух? Первое, в семье. Дети, они открывают наготу отца. Даже в христианской среде. Сын где-то может сидеть в кругу друзей, братьев и сестер или в другой церкви и негативно обсуждать своих родителей, отца. Говорить, в чем они неправы, когда они неправы. Открывать определенные специфики, где они и в чем неправы. Открывать их наготу. Перед другими людьми, которых это вообще не касается. И таким образом они унижают, уничижают и позорят своего физического отца и мать. Описание говорит, почитай отца твоего и мать свою, и продлятся дни твои, и будет благо тебе. То есть к этой заповеди особенное обетование высвобождено. И таким образом они делают других воспринимать этого человека, нагота которого открывается, негативно. Они сеют нечестие, неуважение. Мы обязаны жизнью, физической жизнью, нашим родителям. Но Бог дал мне жизнь. Да, но Бог также дал нам родителей. Мы не выбрали родителей. Любые родители, какие они ни были бы, и какими бы они хорошими и плохими ни были, это дар от Бога.
И несмотря на то, кто они, что они, мы должны их уважать и не открывать их наготу. Второе. Муж иногда может открывать наготу жены. И жена иногда может открывать наготу мужа. Также в компании друзей, братьев и сестер, где-то в церкви, начинается обсуждение мужей или жен. А у меня вот такой-сякой, а он то делает, а меня не слушает, и так со мной поступает. А муж говорит, а у меня вот такая жена, и то не может, и это, и вот попросил ее. И начинается выливаться грязь, начинает вскрываться нагота, какие-то промахи, ошибки того или иного супружеского партнера. И все это во всеуслышание, эта нагота открывается. Это не делает чести этому мужу, который так говорит о жене. И этой жене, которая так говорит о муже. Это грех хама. Грех хамства. Дальше. Некоторые христиане открывают наготу своих лидеров, своих служителей, пастырей, учителей, там, апостолов, пророков, кто бы то ни было. Когда это других, в общении с которыми они все это открывают, других это вообще не касается. Но они говорят, какой у них пастор, и что он не так делает, и он мне не дает возможность развиваться, и не дает возможность подниматься, и то, и начинает высвобождаться неуважение и нечестие относительно к этому. Хотя Писание говорит, начальствующего в народе твоем не злословь. Когда мы указываем пальцем на кого-то, остальные три пальца указывают на нас и обращают на нас. Лидер, служитель, пастор, даже с интернациональным служением, может упасть. И его нагота может обнаружиться. И некоторые могут увидеть это. И вот что они будут с этим делать, и как отреагируют на это, высвободит или благословение, или проклятие в их жизни. Многие довольны, когда какой-то служитель падает в теле Христовом, потому что на этом фоне они могут выставить себя и показать себя, и комментировать, что они не такие, и так бы никогда не поступили. Это очень опасные вещи и опасные высказывания. И когда один очень известный служитель, апостол, который насадил много церквей на Украине. У него возникли определенные проблемы. И в определенных сферах он упал. Христианский мир начал гудеть и шуметь вокруг этого. Кто-то, я же предупреждал вас, я же говорил, вот он какой, оказывается. И многие начали хаять и по-хамски говорить об этом человеке и относиться к этому человеку. И некоторые молчали. И вы знаете, иногда просят тебя прокомментировать.
высказывают свое мнение, а потом спрашивают, а ты что думаешь? И вот здесь очень важный момент, что ты скажешь, что мы скажем. И иногда, когда хамство высвобождается, нечестие, таким образом высвобождается, и чья-то нагота открывается даже не нами, но в том месте, где мы находимся. Если мы неправильно на это реагируем, мы говорим, послушай, я не хочу это слушать. Не надо это все говорить в нашем присутствии без присутствия этого человека в нашей среде. Давай поговорим о чем-то другом. Потому что если мы промолчим, мы будем участниками, непосредственными участниками этого высвобождающего хамства. И на нас также будет лежать ответственность. Я помню, я уединился и сказал, Господи, как мне к всему этому относиться? И я услышал, кто ты, судящий чужого раба? Перед своим господином стоит ли он или падает? Ибо силен Господь восставить его. И я понял. И потом, я верю, Господь сказал мне, сегодня кто-то может упасть, а завтра я могу восстановить его и снова поднять его, и даже поднять его выше, чем кто он был. Не участвуйте в грехе хама. Реакцией нашей на падение определенных служителей должно быть покрыть наготу. Это не значит скрывать грех, а покрыть наготу. Любовь покрывает множество грехов. Именно эта одежда, это покрывало, которое мы покрываем эту наготу, должна быть любовь. Прежде всего, упавший служитель должен пережить от тела Христова любовь, а не критику, осуждение и хамские слова в его адрес. Покрыть. А с этим же, брат Дмитрий, нужно разобраться. Кому надо, тот разберется. Кто участвует в этом, тот разберется. К примеру, кто-то упал в союзе церквей, но назовем этот союз «Жизнь Божья». И один из служителей одной из церкви упал, впал в тот или иной грех, его нагота обнаружилась, и кто-то из верующих увидел это. И, выбежав, начал всем названивать, посылать смски и распространять информацию. Он стал хамом и начал хамовито, неуважительно говорить и распространять это нечестие и это неуважение в своих кругах, в своих сферах. Конечно, это все во имя ревности по Господу, во имя ревности за Слово Божье. Да как он мог, да кто он такой? А кто ты такой вообще?
судящий чужого раба. Он тебе не служит, как раб. Да, он упал. Он упал. Но Господь силен поднять его. И не тебе, хамовитый брат или сестра, решать судьбу этого человека. Потому что его судьба в руках Господа. И когда человек падает, зачастую все его достижения и все его хорошие вещи, когда Господь через него проявлялся и совершал определенную работу, все это сразу забывается. Все это куда-то девается, как будто бы этого никогда и не было. Если он писал книги, и сотни тысяч, десятки тысяч получали благословение через эти книги, вдруг эти книги начинают запрещаться, потому что вот он согрешил. Тогда не читайте псалмы Давида, потому что Давид тоже неоднократно согрешил. Моисей согрешил. Не читайте Второзаконие, Левит, Числа и Бытие. И вот так вот зачастую оно и происходит в среде христиан. Это не является помощью. Хам, грех хама, дух хама – это дух разрушения через неуважение и непочитание других. Человек сегодня упал, но это призванный Богом человек. На нем все еще милость, на нем все еще помазание. Но я же не упал. Дорогой мой, ты иногда не упал, потому что тебе не о чем спотыкаться. Он возгордился, а я б не возгордился, а тебе и гордиться нечем. Вот он впал в соблазн. Если бы ты имел бы такой соблазн, ты также впал. Поэтому нам нужно будет быть очень осторожным в таких ситуациях, когда мы даже различили пророчески наготу кого-то другого. Как мы поступим? Закончим этот сценарий. Упал человек в церкви, служитель, и некоторым верующим стало известно. Они будут или Симами и Иофетами, и любовью прикроют наготу, или они будут хамами и раструбят об этой наготе всем вокруг. Одни унаследуют проклятие хама, а другие благословение Сима и Иофета. Распространив это знание, другие люди с других деноминаций, с других христианских сословий начинают судить. Знаете, христиане любят такого рода пищу. Потому что нам нужно искоренить это хамство, которое живет в каждом из нас. Его нужно искоренить. И уже во всем христианском мире об этом проповеднике известно. Он где-то в Америке упал, а уже весь христианский мир трубит. А какое тебе до этого дело? Возмущаться и переживать из-за этого. Вместо того, чтобы ходатайствовать и молиться, и говорить: Господь, твой сын упал,
Твой служитель упал, твой помазанник упал, через которого ты касался многих людей, который имеет твое призвание. Господь, помоги ему, подними его, восстанови его, воссоздай его, подними его снова, чтобы он опять был мощным благословением в теле Христом, а не так упал, аллилуйя, одним меньше. Для меня теперь шанс. Потому что мы любим, когда что-то плохое происходит с другими, потому что мы каким-то образом начинаем сравнивать себя с другими и начинаем ощущать себя хорошими. Это самоправедность судит таким образом. И это очень и очень опасная вещь. Поехали дальше. Комментарии. Кто-то проповедует, кто-то учится, кто-то учит, кто-то пророчествует, кто-то служит. Кто-то что-то делает. А кто-то комментирует и судит об этом. Дорогие, когда вы слушаете проповедников и учителей, которых поставил Бог, будьте осторожны, что вы об этом говорите. Потому что это не просто прослушать и поставить лайк или дизлайк. И судить, и по-хамски выразить свое мнение. Люди думают, что в их мнениях кто-то нуждается. Или то, что их мнение настолько важно, что оно может поменять ход истории и ход жизни. Нам нужно больше ободрять, поддерживать тех служителей, которых Господь поднимает, хотя еще несовершенных. И даже если вскрывается их подноготное, покрывать их любовью и молитвами, и ходатайствами. Так поступают зрелые. Так поступают зрелые. Была такая ситуация. Были ситуации неоднократно. Служитель, пастор, лидер кому-то что-то посоветовал. Кто-то что-то сделал, как он сказал. Или этот служитель повлиял негативно на кого-то другого или на группу людей. И теперь эта группа людей или кто-то, раньше они были в команде этого служителя. И не чаяли в нем души, и славили, и превозносили его, и льстили ему. Теперь они выступают на Ютубе и говорят, какой он ужасный, какой он мерзкий, какой он плохой. Он сделал то-то и то-то со мною. Как нехорошо он поступил. Подождите, а где были вы? А почему вы позволили этому произойти? А почему вы вошли в этот контакт и соглашение, что у вас нет Господа, и вы не посоветовались с Господом? Один из интернационально известных служителей
имел определенный бизнес. И многие люди вложили в этот бизнес. И продавали квартиры, и вкладывали в этот бизнес. И потом это все прогорело. И теперь они хают этого человека и видят его виноватым. Виноватым во всем. Знаете, как легко найти козла отпущения, на которого все свалить. Но, друзья мои, а где были вы, когда вы продавали эту квартиру? Что двигало вами, что мотивировало вами вступить в этот бизнес? Жадность, сластолюбие, желание обогатиться. Почему вы не вопросили Господа? Ответственность лежит на обоих. Да, на ком-то больше, на ком-то меньше. Но ответственность лежит на обоих. Поэтому, видите, грех хама, он такой многослойный. И люди комментируют, ну, иногда просто думаешь, ну, я был на некоторых интересных сайтах. Каких интересных сайтов? Например, есть мирские сайты, делает человек, и он там говорит о камнях драгоценных, полудрагоценных, закупка, где искать, как искать и так далее. То есть не, неплохих сайтах. И я иногда смотрю комментарии. Вы знаете, что я заметил? Что в миру, комментируя, люди меньше хамят, чем в христианских кругах. Для меня этот грех еще более распространен, потому что они думают, только из-за того, что они христиане, они могут направо-налево поливать дерьмом кого угодно. Человек, который не уважает других, не уважает Бога. Человек, который не уважает других, не имеет страха Божьего. Я продолжаю уважать тех людей, которые упали и согрешили. Я не потворствую их грехам. Я не одобряю их действия в этом случае. Но я почитаю то, что Бог возложил на них и положил на них. И я желаю, чтобы эти люди поднялись и восстали как служители. Смотрите, интересное место Писания, и скоро будем заканчивать. Это пророк Михей, драгоценные. Седьмой стих. А я буду взирать... О, давайте прочтем... Давайте вот прочь. Ой, оу. Относительно греха хама. Михей 7 глава, со 2 стиха. «Не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми. Все строят ковы, чтобы проливать кровь. Каждый ставит брату своему сеть. Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло. Начальник требует подарков, и судья судит за взятки, а вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело. Лучший из них, как терн, и справедливый хуже колючей изгороди. День провозвестников твоих, посещение твое наступает, ныне постигнет их смятение. Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля, от лежащей на лоне твоем стереги двери уст твоих. Ибо сын позорит отца. Дочь восстает против матери. Невестка против свекрови своей. И врагу человеку домашний его. И также духовная семья. Будьте осторожны. А я буду взирать на Господа.
уповать на Бога спасением его. Бог мой услышит меня. И внимание, смотрите, что он говорит. Не радуйся ради меня, неприятельница моя. Хотя я упал, но встану. Хотя я во мраке, но Господь свет для меня. Вау! Гнев Господень я буду нести, потому что согрешил перед Ним, доколе Он не решит дело моего и не совершит суда надо мною. Кто ты, судящий, да, чужого раба? Тогда он, как результат этого дела и суда, прихлопнет меня и забьет меня до конца. Нет, он выведет меня на свет, и я увижу правду его. И увидит эта неприятельница моя, и стыд покроет ее, говорившую мне, где Господь Бог твой? Насмотрятся на нее глаза мои, когда она будет попираема, подобно грязи на улицах. Если мы стыдим других и желаем стыдить других, и хамски относимся к другим, служители, которые служат вам словом, имеют ошибки. И у них есть вещи, с которыми надо работать. И никто из них не совершен. Но они поставлены Богом это делать. И иногда, комментируя их, вы должны помнить, что вы можете по ошибочке прокомментировать Бога, который сказал через них. И это нежелательно. И хамя им, вы можете проявлять хамское отношение к Богу, который с ними. В эти последние дни нам нужно быть предельно внимательными. То, что мы говорим, где мы говорим, когда мы говорим это и кому мы это говорим. Когда я увидел этот сон и увидел этого духа хама, в течение определенного времени я сокрушался и каялся. И просил Бога напомнить мне все случаи, когда я таким образом поступал во всех этих сферах, о которых мы осветили, с другими людьми. Закончить сценарий. Не распространяй подноготную своих лидеров или служителей другим людям, которые к этому не имеют никакого отношения. Есть определенные протоколы в слове, и согласно которых это все решается. И именно тот, который, кому тот служитель, чью подноготную вы увидели, непосредственно подотчетен, вот именно вот этот, которому он подотчетен, и должен рассматривать это дело и разбираться с этим делом, а не какие-то христиане на стороне, которые ничего к этому делу вообще не имеют отношения. Мне приходилось каяться самому. Я не говорю, что кто-то слушающий или смотрящий это такой. Может, вы уже так же покаялись и освободились от этого. Я раскаялся во всем, в чем Дух Святой напомнил мне, я верю. Даже перед тем, как я стал христианином, за всякое хамство, даже перед этим,
И я попросил Бога сокрушить проклятие хама, проклятие рабства. Потому что хамство держит людей в рабстве. Когда они хамят против себя. Когда они сеют позор, когда они позорят других, чья нагота открыта, они позорят самих себя прежде всего. И это обратится на них. И в свое время их нагота будет открыта. Некоторые люди превышают полномочия своего призвания, власти, авторитета, который они имеют. И выходят за пределы своего помазания, которое они имеют. И начинают судить, как другие должны поступать и вести себя. И очень хамски говорят. Конечно, большинство так не поступают. Но есть такие люди. Есть такие люди. И мое обращение прежде всего к этим людям. Я сделал это сам. Я вынул бревно из своего глаза, чтобы увидеть, как вынуть соломинку из глаза брата. У меня есть сострадание к тем, кого хаят и поносят. Особенно, когда вы на виду. Вы открытая мишень для хамов. Когда вы сокрыты, да, когда на виду. И у меня есть сострадание к хамам, к хамовитым христианам, которые унаследуют спасение, потому что хочется, чтобы они унаследовали благословение распространения пределов. Я покаялся. Грех хама и проклятие хама я попросил, чтобы Бог разрушил. И я взял власть над духом хама, этим духом, которого я различил во сне, и повелел ему убраться из моей жизни. И я получил слово через других, что то, о чем я делюсь с вами сегодня, драгоценный, я должен поделиться с вами. Вот то, что я имел. И поделился. Поступайте, как знаете. Я пережил глубокое очищение. И я верю, что некоторые из вас также переживут посещение, переживание. Да будет разрушен над вами грех, влияние, проклятие хама, всякое рабство из-за вот этих уст, из-за вот этого портала, который так важен, и из-за этого члена языка, который так важен. Мы не должны подыгрывать дьяволу, который радуется падению служителей Божьих. Господь не радуется падению. Неприятельница, неприятель радуется. Мы только что читали. Я обращаюсь к тем, кто упал и кто испытал насмешки хамского отношения к вам. Возьмите это место Писания. Возьмите это как пророческое слово. Начните провозглашать это. И хотя вы упали, вы встанете. Звоночек, сейчас я выключу. Прошу прощения. Хотя вы упали, вы встанете. И хотя вы во тьме, Господь будет для вас светом. А для тех, кто хамовитый, есть возможность всегда у нас исправиться. Бог дал мне возможность исправиться. Когда я вижу какие-то вещи в духе, у меня выработался такой принцип. Прежде чем
поделиться об этом с другими. Я всегда это пытаюсь применить на себя, просканировать себя в этой сфере, покаяться, очиститься, измениться. Не видеть сразу других, а прежде всего пройти очищение самому. Пусть Господь очистит нас от всякого рода хамства и хамовитости, что есть грех, непочитание и неуважение. И пусть Господь учит нас почитать и уважать других. И если мы увидим их подноготную наготу, чтобы у нас было обилие любви покрыть это и ходатайствовать об их восстановлении, потому что это принесет только пользу телу Христовому. С Господом, драгоценные!